Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим парковочный радар от компании Циклон, он же попросту Partronic, модель SX4T Silver. В серебристом цвете датчики. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Вот так вот все упаковано. Внутри находится инструкция. Кабель питания. Питание подключается 12 вольт, фреза 18,5 мм, центральный блок управления с двухсторонним скотчем. Блок управления полностью подписан, соответственно, на всех проводах датчиков, также соответствующие наименования идут, чтобы проще было сориентироваться и подключить все правильно. Дисплей, на котором вводится вся информация, крепится на двухстороннем скотче, поворачивается по всей плоскости. Также имеется кнопка сзади, которая настраивает звук. То есть можно выключить звук, можно включить. Ну и также сами датчики. В комплекте 4 датчика. Вот так вот они выглядят. Глянцевые датчики. Сейчас на примере одного из датчиков мы посмотрим, как срабатывает система. Подключим монитор, датчик. Вот как я и говорил, на каждом датчике пронумеровано. Если L, значит в разъем L. И кабель питания. Подключение очень простое. Самое тяжелое в установке парковочной системы — это правильная установка самих датчиков. Но с инструкцией все будет просто и понятно, потому как все расписано пошагово, что и как делать и на каком расстоянии. Сейчас подключаем 12 вольт на Partronic и смотрим, как срабатывает система. Подключили парковочную систему на питание. Звук пока выключен для того, чтобы объяснить, как все срабатывает. Большими цифрами указано расстояние к препятствию. Парктроник срабатывает от 30 сантиметров до 2 метров со звуком и показан, какой датчик именно срабатывает. Давайте включим звук. Датчики достаточно чувствительные. Регулировка звука имеет два режима: тихий, громкий и полностью выключенный. Вот так вот срабатывает данная система. При покупке на нее обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.